чинит нашу крышу. Я слышу тихий стук. Наверное, сильный ветер оторвал доски, а добрый сосед прибивает их на место. Пойдем посмотрим, сказала Буковка. Буковка, и слышь, обошли домик и увидели. И увидели, что на крыше домика сидит маленький и очень грустный дядя. И он стучит по крыше очень-очень грустно. Давайте постучим вместе с ним. Поем, а? А так?
ножки подтянем и покрутим их в одну сторону, в другую. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно. Видите? Теперь немножечко времени закончится, мы пойдем здесь. Итак, сладкие мои, а теперь мы с вами будем стучать под бубен. Давайте встанем, построимся все за Полиночкой. Следующий раз за мной. За Полиной все по очереди. Построились, пожалуйста. На верхней картинке. Да. Пионер.
сядем хорошо, аккуратненько стучим, подавим. Конечно, это так. Когда мы произносим слово так, то у нас звучит твердо, как лед, или мягко, как трава. Смотри, ты как тебе слышал задание?
Верно. Прекрасно. Прекрасно. Отлично. Аленочка закончила? Да. Давай попробуем сосчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай проверять. Мы будем считать и показывать на каждую буковку. Ни одну не пропустим. Итак, ребятки, поставили на верхнюю буковку слева на букву Т и начинаем считать, показывая на каждую буковку. Один, два, не торопитесь. Полиночка, а как ты выслушала задание? Посмотри, Маланка. Нужно было все буковки подчеркнуть двумя линиями. Да, как всегда мы делаем двумя линиями. Потому что каждая буковка может звучать и мягко, и твердо. Здорово. А теперь возьмем карандашик и подчеркнем синий и какой? И зеленой черточкой. Синий и зеленый. Подчеркиваем каждую букву. Здорово. Итак, мы сегодня с вами познакомились с буквами Т и мягким звуком Т и твердым звуком Т. Мы с вами помогли дяду и вновь пообщались с нашими друзьями. А теперь каждый свои листочки уберет в папочку. Папочка, мамочка. Папочка, папа. Или папочка. Теперь ничего не было, обязательно к этому вернемся. Это нам совершенно необходимо. Итак, всем спасибо за занятие. Вы сегодня все большие молодцы. Видите, очень хорошо услышал все буковки. А Аминочка замечательно посчитала. Лиза прекрасно исправила все, что натворила резинка. Давайте пусть веку будем складывать, хорошо? Ты вам великолепно все слова сегодня придумала. Пожалуйста, разложите карандаш. Кукарственка.